Здравствуйте всем, я Оксана, и жизнь как она есть. Я Оксана. И жизнь как она есть. Как она, да. Мой брат, мой муж, Ванька. И рыбы. Занесли дополнительный стол, потому что в кухне стол занят. Разделка. То бишь приходится взрослым мужчинам ее разделать. Андрюш, Макса где? Вот это вот. Вот белое. Вот это. Вот это печень. Это самое вкусное в этой рыбе. Может быть, кадры не очень хорошие. Ну, как эстетически. Но по-другому-то как рыбу разделать? По-другому ее никак не разделаешь. Возьми. Вот. Ай. Ну, она скользкая. Она растаяла и стала скользкой такой. Неприятной. Ну, шкуру будем убирать. Шкуру никуда не пойдет, она очень у нее такая. Она мороженое кушает. Кого? Кого она кушает? Мороженое кушает. Кто мороженое? Печень? А, нет, я мороженое не ем, только это вы кушаете. Тут икра. Так, а под кишки? Икра? Вот она, икра. Ничего себе. Такая еще икра. Это икра. В общем, рыбка не моя. Вы взяли сразу 12-килограммовую, да? Нет, по-моему. Да, 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 самую большую. Да, самую ну, большую. Мясо как бы так сильно, наверное, с нее. Ой, Андрюша, вон там лопнула и побежала. Эх, дай тряпочку. Вот, видишь? Вода с нее пошла. Да. Вот. И еще, самое большое, это желудок у нее. Вроде бы, да, большая. Но сама голова весит очень много. И с рыбы там получается... Ну, у нее же нет костей. Андрюш, если я не ошибаюсь. Кого? Ну, у него. У него... Кости. Хрящи же или кости? Кости. Кости. Все. Даже вот так начинается разделка. Потом все это будем крутить. Снимаешь? Хаос на столе. Это, у тебя майка задом наперед одета. Майка. В майка. Под футболкой. Перед-то у тебя где? Задом наперед она у тебя переодета. Иван, расскажите свои ощущения. Так. Мои ощущения. Не самые ощущения. Михалыч, у нас с Женькой поехали в Тулагина. Солнце, дай мне ножик. Здесь косточку вырезать надо. Ты сказала, эти косточки оставить? В смысле, я сказала, косточки вот эти убрать все надо. Тут кость прям, кость. Мясорубку, что ли, загубим? Это, ну, вот такими кусочками режем. Со шкурой она тоже крутится. Ее просто почистили и помыли. Что-то у меня совсем с носом сегодня. Дочь старшая позвонила, говорит, сразу с первого это. Ты, говорит, опять заболела? Ну вот. Да, споласкиваем сразу. Конвейер, как ваши ощущения? Мои ощущения. Вам нравится разделывать рыбу? Да. Не сидит, не сидит. В парке все пробуют.
Давай, да, давай, резать. Давай, да. Давай, на. Да. У меня идти. Вчера ребенок мылся в бане. Ну, вы смотрите, на что это похоже. Что ты делала? Я вот так помогала. Она помогала разделывать рыбу. Ты помогала или нет? Помогала? А теперь иди вот так вот по локте, мой руки. Выше. А, выше, выше. Да. Мама, подожди, руки ложу. Посмотри, не подожди. Ты просто, да, смотри. Не обращайте внимания, просто это... Супер факты будут. Кого? Что вы чувствуете? Да хватит! Я чувствую... Давай бери его! Это тяжело. Значит, перекрутили мы фарш рыбный. Вот получился вот этот тазик большой. А, что мы сейчас... Лук я не буду резать. Лук мы также перекрутим на мясорубке. Ты хвостик отрезала? На этот. Ну, убирайте, холодец, лупают. Они приехали с фермы. Холодец, холодец. Сюда также мы добавим хлеб размоченный. И яйца. Соль, перец, яйца. Ну и все. Ну, чесночка, да, можно. Дай, солнце, мне лук. Да, с рыбой. День четверг. Так, вот, приготовили лука. Лука много, вы уже знаете, что лука мы едим много. А что, она не работает у меня? Хлеб туда? Хлеб замочить надо? Так, Регина, попробуй удлинитель. Что такое у меня не работает она? Выключилась почему-то. Нет, там, наверное. Удлинителю? Вот, лук также перекручиваем, перекручиваем. Ну, я просто понимаю, что на такой же мясорубке мы просто весь лук тоже туда перекручиваем. Перекрутила я этот, что нашли? Перекрутила я лук, плачу, хотя и нос заложен, я все равно плачу. От такого количества. Все это в один тазик у меня не входит, поэтому сейчас возьмем еще больше тазик, чтобы все это перемешать. Потому что сюда еще пойдет замоченный хлеб. Так, хлеб мы тоже приготовили. Он вот уже размочился. Стараемся выжать всю воду. И, значит, сюда все это будем смешивать. Главное, чтобы он размок. От того, что мороженое, да. Вот он, видите, такой вот этот вот, ну, жидковатое. Можно еще, чтобы впиталась влага, сюда добавить манки. Чтобы он такой вот жидкий совсем не был, добавляю манку. Она сейчас немножко постоит, набухнет, и вот эту лишнюю влагу, она все впитает. Она чувствоваться там совсем не будет. Сюда еще добавить надо будет яйца. Сегодня на обед еще Эля приготовила сегодня рассольник. Так что дети сейчас сядут кушать, а я здесь у них стол занимаю частично. Ну, я думаю, что ее немного надо... Соль я добавила, перец я добавила, осталось только яйца. Но яйца я добавлю только после того, как манка набухнет. Вот, пришлось переселить в такой тазик. Поднять мне его тяжело. Этот таз, по-моему, 20 литров, наверное, или 18, не знаю. Ну вот так. Потом будем делать вот такие котлеточки и замораживать их. Все. Фарш готов. Делаем котлетки. Ну, я их делаю не круглые, а делаю как рыбки. Вот такие вот. И будем делать мы их в духовке, не на сковородке. Меньше жира. И потом можно дополнительно их в соус. Ну, можно и без соуса. Вот такие получаются. Все. Так, все. Мы закончили. Сейчас противень пойдет в духовку. Что-то заморозим. А что-то сегодня пойдет на ужин.
Вот так. Так, вот эта печень называется Макса. Вот эта налима, она такая огромная. Сейчас мы ее тоже пожарим. Порежем кусочками, обваляем в муке солью и тоже пожарим. Это очень вкусно. Так, первые котлетки готовы у нас. Сейчас можно сделать еще подлив к ним. И к ужину еще будет рис. Так что вот так. Налим очень вкусный в котлетах. И вот запах стоит обалденный просто. Может, с виду они и невзрачные, но вкус от этого не меняется.